сломать их упал, мячу не удастся. Вещь редкая. Называется нотталет. Эта палка изготовлена искусственно. Она не найдена на полу. То есть ее месяц сделали. По специальной технологии. Это палка, это имитация абордажного мяча. Мы когда изучали Испанскую империю, мы поняли, что по сути все палки повторяют клинковое оружие. Видите филиппинские палки? Вот видите, они тоже разные бывают. Видите филиппинские палки? Она повторяет определенного рода оружие клинковое. То есть такая же техника будет с мячом коротким, точно такая же будет с такой палкой. А палка, она для того, чтобы не поранить. Ну, как бы друг друга. То есть, по сути своей, это палка тренировочная. Сначала палка францисканцев, потому что францисканцы, ну, учили вместе с тамплиерами людей на оккупированных территориях защищать эти оккупированные территории. Когда мы говорим Толедо, здесь нужно быть очень осторожным, очень аккуратным с этой палкой, потому что у нее страшнейшая пробивная мощь. Кто из вас полюбит эту палку, то у того в жизни может многое измениться. Потому что мозги она ставит в одну минуту палку на место. Но скорость филиппинской палки многократно превосходит все остальные палки. Поэтому, если говорить о рамках необходимой обороны, то филиппинская палка намного эффективнее Толедо в городе.